Так, ребятки, смотрите, что я тут сделал. Походный вариант, такой трэшовый, но очень эффективно работающий. Трэшовый почему? Потому что особо я не вылизывал эту конструкцию, потому как она должна быть очень практичная, эффективная, вот. И главное, рабочая. Вот. Так что сейчас тесты проведем с Жекой. Он будет с портативкой, где-то 4 километра от меня, здесь пересеченная местность, прямой видимости нет. Вот. Также элементы эти сгибаются, но я позже покажу саму конструкцию. Собирается достаточно быстро, но единственное, что немножко тяжеловато, но 4 элемента. Вот. Сейчас покажу тест. А ну, назови свой позывной еще раз. Здесь в РТ КЮКЦ. Жека, Жека, говорю, позывной свой назови еще раз. 3QQC. Так, вот, ребята, станция. Вот направление на Жеку Евгений Харитон. Буду крутиться. А вот, покручу сейчас, а он потом, он сейчас пишет. Так, сейчас вот я кручусь. Юг у меня, южная сторона, юг. Теперь я кручусь на запад, запад, западная сторона. Вот, сейчас мы идем на, куда мы идем? Мы идем на север. Так, и обратно, обратно мы возвращаемся в направление на Жеку Евгения Харитона. Так, Жека. Записал, да? Да, есть. А ты сейчас ровно на восток, да? Да, сейчас на тебя, а что? А ну чуть южнее, подавим, градусов 110. Ну так вот лучше, не? Не, даже то же самое, чуть ли не хуже, да, есть такое. Так, ладно, давай считай до 5, до 5, а я покручусь, КСЛ. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Так, давай до 10, до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да-да-да, отлично. Ну как, не отлично, потому что отражёнки везде. Я понял. Так, сейчас секунду на паузу поставлю. Так, сейчас Жека выйдет с портативкой у себя там в частном секторе. Попробуем с ним QSO провести. Между нами километра 4 или 3, но видите, везде девятиэтажки и дома. Прямой видимости нет. Так, дробь портативка. Вот это уже слышно, что ты на портативке. Еще раз скажи, кто ты такой и откуда работаешь. ОР3, щука Елена Харитон, ОР3. С руки, да, антенна 771, отлично, все, шикарно. А ну, Жека, давай теперь ты до 10 считай, не, ну, не, не быстро, и я покручусь вокруг себя, КСЛ. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть, работает, записано. Так, ребятки. Тест пока прошли нормально. Вот так я приспособил штатив для телефона. То есть вот он будет, получается, телефон здесь будет. И фиксироваться будет он. И мне не придется его держать. Просто будет снимать и все. Что, так сказать, обеспечит мне доступ, ну, к антенне, и легче будет работать. То есть вот такая вот небольшой лайфхак. Так, как там видно, не знаю, прошу прощения за колхоз. Значит, смотрите, разбирается довольно быстро вся эта приблуда.
есть. Да, я тут уже запись включил. А, ну все, тогда я сейчас покручусь. Там это все скопилилось. Так, сейчас, секунду, я включу видео. Так, вот уже дистанция. Вот направление на ЖЭКу Евгения Харитон. Буду крутиться. А вот, покручусь сейчас. А он потом, он сейчас пишет. Так, сейчас вот я кручусь. Здесь у меня нужная сторона. Теперь я кручусь на... западная сторона. Вот. Сейчас мы идем на... Куда мы идем? Мы идем на север. На север. Так, и обратно. Обратно мы возвращаемся. Направление на ЖЭКу Евгения Харитона. Так, ЖЭКа, записал, да? Да, есть. А ты сейчас ровно на восток, да? Да, сейчас на тебя, а что? А ну чуть южнее поддай, градусов 110. Ну вот так вот лучше, не? Не, даже то же самое, чуть ли не хуже, да, есть такое. Так, ладно, давай считай до 5. Так, вот схема антенны, элементы, 1038 мм, 1012 вибратор, 946, 900 мм. Диаметр, все рассчитано под 5 мм трубочку. Расстояние 38 отсюда. От вибратора до этого элемента 9,4. И от этого элемента до директора 35,3 сантиметра. То есть 35,3 миллиметра. Вот такие вот размеры.